massa. Grosso. Мяч, вообще звук пропал в игре. Да, не умею есть. Сейчас нас знаю. Господи, что с этой игрой не так? Это не могут сделать. Еще 5000 отвали. Совсем что ли? Пань, закрывай калитку. Так, ага, вот нам надо на санки сесть. Гранатки. На санки сесть и все? Да. И там как они выезжают и все. Маркиза. Маркиза Карабаса. А как санки спустить? На воду. Так на вперед надо пройти, не? Нет, тут что-то надо сделать. Наверное. Или нет? Че потемнело так вообще тут? Она разве не до санок не пердолит там еще? Вот они, санки. А-а-а. Над нами. Так я не понимаю, что надо сделать. Что надо нажать, чтобы было смешно и весело? У нас прошлая игра слишком тупее. Дверь не открывается. Типа, А, свет на включ... Вот, включатель, чего. А это не включатель, это... Я спиздил деталь. Наебал меня. Ну, значит, наверху, наверное, был, куда я залазил. Нет, ты не прав. Все включил. О! Вот, и потом меня заглючило. Поехали, Вася! Дрин-дрин-дрин. Катимся весело. Ладно, понеслась. Мачо подруга. И кто управляет? Я управляю, да. О, мы заснимали это, кстати. А я что делаю? А ты, наверное, будешь стрелять. У тебя стреляет она? Да не, я не пойму, как стрелять. Надо разобраться, чувак. Ебать. На таких бы санках я покатался бы, кстати. Мазин. Я видел, блядь, саку вот цветущую посреди зимы, покинь. Или мне показалось. Он флиртует с Татьян. Да-да, он хочет ей свой агрегат показать. За этого мудака лысого. Тебе должен разъебать их, чувак, как-то. Нет. Откройте ворота. Ну, вот. Остановись, высаживайся на. Ау. А почему нет, да? Alright, let's get around and find a way to open this thing. Обходной путь. JD kept a big secret from you. But how am I any different? You told us your secret. He didn't. Давай сейчас стану вытягу, что в качалке делали, давай поднимем. Да-да-да. Чего, как на обходной путь найти? Моя не понимает.
А, во! Нужно Джека натравить. А-а. Он не хочет отравляться. А, вон, вижу, слева. Слева пошли. Я нашел обходной путь. Опа. Блять, гора точно как в этом, блять. Блять, как в God of War. Вот один в один я тебя, бля, буду, короче. Спиздили текстурки. Сейчас, подожди, да я ставлю гору. Бля, пиздец, ебать, спиздили гору, блять, мудаки, это надо. Так, и чё, двери открылись, интересно? А, не, он открылся. Сейчас гору... Вот это... А, вот, вот они, ворота. Джек, хуек. Открывай воротину. Прикольно. That was surprisingly easy. All right, we're done here. Let's get back on the skiff. Я уже миниган туда отжал. Пока я фоткал гору. Пока я фоткал гору, ты сделал всю грязную работу. Да-да, нашел себе миниганчик. Вон я пойду. У меня есть идейка. Миниган положить? Не-не-не. А, кстати, да, можно миниган положить. Просто мне понравился снег. Зацени, остаются следы. Угу. Да, и кстати, твоя идейка тоже неплохая. Положить миниган. А там, кстати, еще были стволы всякие. Опа, нихуя себе. Бля, ну снег вообще зачетный. Пиздец, тут сделали, охуеть как. Ебать, люди додумались. А можно ангела сделать? Я знаю, что нарисовать. Так. 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 Что это будет? Ну, почти, ладно. Я написал лох, смотри. Нет, не похоже. Похоже все. А, я знаю, как надо прыжками, чтобы буквы нормально получались. Эть? Так, подожди, как там пишется? Мы же русские люди. Что там, лох пишешь или что? Нет. Ну как думаешь, что я могу написать? Так. Буква Х плохо прорисована. Нормально. А где буква Х-то, блять? Ну вон нас слева, ты видишь. Хуёво, говорю, вот только. Да тебе надо повыше подняться. О, теперь хорошо. Давай я сфоткаю. Извращенцы. Не, чтобы играть, они хуйни занимаются на снегу. Ладно, пошли. Подожди, я сфоткаю. И скину в этот. Не пути на магазин пей заезжает. А не нравится? О, бабы, бесконечное число магазинов. Не знаю. Это цене не падают. Все магазинами, условно. Все, он привалился в свою текстуру. Ну чё, погнали? Ща. Кто не успел, кто опоздал? А, нельзя уехать без отряда, черт. Меня подставили, я не хотел. Магазины украли, прикинь. Которые валялись тут. Как так-то?
На ангела не похоже. Все истоптали. Погнали. Ой. Поехали. А у тебя сегодня какой выходной? Второй. Второй выходной из четырех. Нормально. Чего ж спать охота, спать эти завтра на работу. Да. Ну сейчас вот этот пройдем. Ага. Можно. Отравляться. Ебаный стыд. Ебать. Что, когда в следующий раз будем играть? Надо подумать будет. Надо будет подумать. Просто как ко мне мать завтра приедет. Ну подумай, напишешь потом. Что это хуйня? Сука, недалеко мы ехали, блядь. Да. Я думал, мы вообще стрелять будем. Я тоже так подумал. Отойди, не мешай Робику. Хакать систему. А можно на робота запрыгнуть? Чё, чё он? Зашифрован? Бля, я только сейчас на баннере заметил, что, блядь, в натуре сын Маркус Феникса лыстован. Да? Да. А тут чё какая-то бабища будет, блядь? Мамка её, что ли, блядь? Бабища. Поехали. Блять, опять главную героиню бабище сделать, да ёп. А они во всех играх, кстати, сейчас это делают. Баб. Матриархат рулит. И что мы? А как развернуться? Кто тебя провалил? И куда ехать? Сюда, что ли? Ой. 3000 метров. 3 километра. Что за домик? В деревне. Ебать. Железнодорожный туннель. Заметь, главные герои — баба и негр. Да. А белый стал мудаком. Да. Выкинь, а вот это вот как. Тренды-то меняются. Знаешь, из Маркуса Феникса они не рискнули. Фанаты бы не поняли. Да. А из его сынишки почему бы нет? Ну что, все, приехали? I mean,